опять. Ух ты! Что-то было, что-то есть. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Ох ты. Да ну нафиг. Что, хорошая? Да? Блин, бросила, блин. Специально сильно не тянул. Твою ты дивизию, а. Что, блин, да? А? Ё-моё. Всегда вот так вот, не торопись, аккуратно отпускаешь. Нет она, блядь. Хорошая? Хорошая? О. Всем доброе утро. Вот мы начали расставляться. Ну, темно еще было, вот только начинаем расставляться. Сергею поставили 7 жерлиц. Мои вот с флажками стоят, сейчас пойду ставиться. Его только ставили, и у него в руках ударило. Вот такая щучка. Ну, вот можно сказать, уже с почином. Нормально, все лучше, всего 200 где-то. Все, он пошел эту жерлицу ставить, где вытащил щучку. Поставил вот тут чемодан. Мы приехали вчера уже по темну. Мы просто по трассе ехали по светлому, чтобы не этот туман, гололед. И вот вчера приехали, вот там вот мужичок на наших глазах прям хороших окуней таскал. Сергей сразу туда чемодан поставил, короче, можно сказать, припарковался. Ну и все, идем ставиться. Народу-то хватает. Вот ночью ребята приехали, вон там за ними джип стоит, приехали поутру. Вон там люди стоят, там люди стоят. Народу много. Там вот машина, там вообще много машин. Ну, короче, все рыбачат, все в свое удовольствие. Ну все, как мы рыбачим, о наших поклевках, все расскажем, все покажем. Опять сработало, да? Че, окунь не хочет? Ну-ка. Все, вот тебе этот басню можешь рассказать пока. Всем привет, друзья. На рыбалке мы снова выбрались наконец-то. Мишка меня повез. Кургаджино. Третья сработка. Одну щучку взял. Небольшую. Грамм 800, наверное. Пошел балансирить на окуня, пока что-то результатов нету. Вот тоже сработка. Вот опять у нас сработочка. Начинаем бегать, шевелиться. Было холодно, вот теперь уже все в азарте. Летаем. Хватает? Окунь? О, щучка. Не, вот это давай, Сергей, отпустим. Отпустим, да? Она прям зеленая, видно же по ней. Жильца принес? А? Жильца не принес? Нет, вот он, ведерки. А, да вот отпусти ее, мелкая. Какая штучка? Зачем она нужна? Да, опа. Пускай. Все. Мамку с бабушкой нам позовет лучше. Красава. Живец вон в ведре, Сергей. Мелкую мы не берем, ребята.
Берем свыше килограмма, да, берем? 10 килограмм? 10 килограмм, конечно, берем. Ну, а мелкую нам не надо. Пускай растет. Зовет бабушку с дедушкой. Тетю с дядей тоже можно. Это чья, моя? Нет, я еще не поставил. Я же хожу, снимаю, мне некогда. Ты начинаешь бегать по жерлицам, все. Ну, короче, все, я бросил камеру. И пошел ставить. Ты меня ругаешь уже, да? Конечно. Ну все, тогда побежал я ставить. Вот ребята соседи это сидят. И сидят тихо, ни разу не сбегали. Они ночью забурились, а мы поутру не стали температурить. Короче, мы уже поймали 2 щучки и 4 окуня. Сергей там на удочку 3 вытащил. И вот один окунь хороший. Ну все, ребята, я пойду ставиться. Блин, а то Сергей рыбачит, а я бегаю, просто снимаю. Все. Ну все, пойдем ставиться. Соработка пошла. Не дает мне половить окуня на балансир. Хочу на балансире половить окушка. Только я подхожу к лунке на балансир и с рабочих. Потерял эту штуку. Есть контакт. Что, у тебя сработка? Или ты пошутил опять? Вот такая штучка. Грамм 800. Пока я на той жерлице жеца менял. Здесь я прозевал, она прям крутила бешено. А у меня вот букеты. Флажки зеленые. Плохо видно, поэтому раз, загорелась. И вон еще дальняя. Опа, и вот еще одна. Ха, я охренею. И вон еще одна. Друзья, вот так, как-то вот так поставлю, чтобы было видно. Я не понимаю, что делать. Окунь. Опять окунь. Опять. Ух ты! Yes! Вот это окунь! Я никогда такого не ловил, наверное. Вот это окунь. О, пол руки моей, ё-моё. Вот это ласта. Блин, кило с чем-то, наверное, 100%. У Сергея 3 закидушки сработало. Он побежал туда. Ну, а я до сих пор не могу свои расставить. У него 1, 2, 3 сработало. Че, пусто? Размотало в хлам, живца нет. Прозевал. Вон та что, загорелась? Какая? Вон загорелась. Это? Или та не стоит? Не стоит она. Я худею, Вася. Вася, Вася, ты Вася, да? Что, сидит? Нифига. Я
просто не успеваю за ними смотреть. Вот, вот. Поэтому... У тебя сразу 4 сработало, да? Да. А я еще, прикиньте, не успел поставить. Ё-моё. Смотри, ты полотенце вон потерял, Сергей. Вон оно лежит. Да. Ну все, худей дальше. Ну да. Прям чтобы взяло, да? Ну вот это окунь, это вообще бомба. По сравнению вот с этим. Ребята, это бомба. Мой 45-й. Это окунь, это бомба. Сколько ему дашь, Сергей? Лет. Лет, сколько ему дашь? Лет ему где-то года 3, наверное. А по весу? По весу он... Ну, я думаю, кило есть точно. Что, за безменом сбегать? Может, больше. Сбегай, я пока жемчуг поставлю. Ну, давай, ставь тогда. Я вообще... Худеешь, да? Я его тащил, знаешь, да, он как это... Как щука? Нет. Он особо не сопротивляется. Ага. И такой езжу, прям... Идет. В напряг, да? В напряг. Этот, ладно, безмен потом. На. Она ушла. А? По идее. Мелкую вытащили. Она ушла, и я только ставлю, и она опять цепляет. Догнала, да? Ну. Давай ее, в путь дорожку. Она с краешку зацепилась прям так. Живец еще вон, смотри, сейчас замерзнет. Быстрее эту отпускай. Живчика ставь этого же. Все? Пуля дура, да? Пуля. Улетела. Пуля. Ты сколько желез поставил? 5 только. Раз, два, три, 4. А вот это 5, да? Угу. Сработочка. Как потащил, это хорошо. Опять сработочка мимо проходила, но бах, сработала. Ничего нету, и живца нету. Ну все, аля-улю. Блин, только сделал флажок, опять выскочило, ё-моё. Вторая с этой лунки. Зацепилась прям в краешку, смотрите. Прям вот за краешек. Везение, ё-моё. Все. Рыбалочка продолжается. Еще сработочка. Я вытаскиваю. Опять сработал. Ускоряемся. Блин, прозеваешь здесь камыш просто. Вытащит камыш. Еще потом не достанешь там. Оборвет, сорвет. Здесь я вытаскивал уже. Перчатки вроде тонкие такие. Ну блин, в них тепло, хорошо работать. Кстати, и камера на них реагирует, включается в любое положение. Что-то стоит. Стоит столбом. Стоит столбом. Ну да, это кто? Это только окунь может так. Только окушарика.
Опять работочка. Что-то было, что-то есть. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Ох ты. Да ну нафиг. Что, хорошая? Да? Блин, бросила, блин. Специально сильно не тянул. Твою ты дивизию, а. Что, блин, да? А? Ё-моё. Блин, всегда вот так вот, не торопись, аккуратно отпускаешь. Нет, она, блин. Хорошая? Хорошая? Работочка у нас. Здесь стоит двойник француз. Живец Чебак, продет через жабру. Так что не будем торопиться. Должна по-любому засечь. Сейчас попробуем. Размотает такая бадья. Оп. О, француз работает. Заглотить еще не успела. С краю засек ее. Вот наш француз. Первая на француз. Отлично. Схода нету пока. Но зато был с краю. Ну, будем надеяться, что сходов будет минимум. Вот так вот. Ого, все. Идет ловить щуку опять. Ну вот и все, зарядили. Идем пробовать окуня. Так, там у нас была холостая, живца сбила. Еще одна сработочка. Блин, не успеваешь все бегать, снимать. Идешь к одной, срабатывает вторая. Что-то, наверное, три вытащил, не снимал даже. Ну, как было. Надо побалансировать нормально некогда. Тащишь? Нету? Я думал, ты еще заодно ныряешь. А, молодец. Да живец вот у меня-то есть. Я хотел поймать. Сквозанул, сиганул, да? Сиганул. Ну, килушник есть. Килушник, подкилушник. Где пятерки все? Вот тут у меня хорошая была. Оторвал. Я думал, это. Карабин оторвал? Поводок оторвало. Щука? Ну да. Только вытащил щучку. Щучку забери сразу. Мотает, мотает как. Мотает, мотает, хорошо. Почти килушник, да, тоже? Ох, привет, посмотри, прям за край за себя. Она зеленая, может, отпустить ее? Мелкая. Ну, не знаю. Да, пускай живет. Здесь была мелкая. Отпустили. Мелкую отпускаю. Ну, вот, покрупнее такую вот.
не берем. Ладно, пойду балансирить, то я там удочку бросил где-то в этом. Найти бы ее теперь. Да, это на сегодня у нас трофей. Сегодня трофейная щучка. Опа. Че, нет, ты сбрось их заново. Четыре килограмма. Лучше подними, не видно. 3,970. Почти 4. 4. Вот о, пойдет. Опять у нас работочка. Ребята подошли. Сейчас поздороваемся. Дело у нас уже к вечеру. Потихонечку бьет, но слабенько. Чё, не мотает? Вот, ребята, рыбаки тоже. Чё, как вам сегодня рыбалка-то? Отлично, спасибо. Как тебя звать? Омаржан зовут. Омаржан, очень приятно. Не снимай вас, зачем? Сен? Тима. Тима? А где Тима? Посмотрим ваш канал обязательно. Давайте, давайте, обязательно. Заходите. Тоже как? Якутскому. А, Слава? Якуте? Слава? Якут? Да, да, да. Да, есть такой. Любительская рыбалка, да? Чтоб она клюнула? Я думал, клюнет. Сегодня, завтра? Не начерпываешь сразу. Она не садится, да вот? Кто? На подзарядке же постоянно с аккумулятором. Не садится. Ну как не садится? Садится. С ребятами поболтали, побеседовали, познакомились. Тимур, Мимка. Так. Сергей там ставит, держите, сработало, шерца стыб зовут. Это тоже вот сработало. Сейчас посмотрим, что получится. Ветерок поднялся, прохладно стало чуть-чуть. А-та-та. А-та-та. Мотало-то как она. Мотало, да? Мотало, мотало. Мотало. Мотал и намотала, да? Надо, жильца? Ау! Жильца надо? Да! Мотала и намотала. А заглотила-то как будто... Ё-моё! Всё, кина не будет. Да? Ага. Что делать? Сейчас распакуем её. Смотрим, что она сюда выставляет. А? Ну-ка, чехол вытаскиваем. Пока выдергивай.
Я держу, а ты? Залезем в палатку сейчас, посмотрим, что у нас там. Палатка у нас юрта называется. 1,8 м, 1,8 м. Короче, место в ней дофига. Ё-моё. Целый дом на колёсах. Ё-моё. Ничего себе. Классно. О, смотрите, фонари можно вешать. Классно. Это что у нас? А, вот сюда вытяжка ставится. Смотри, вот так приклеивается еще. Классно. Нормально. Раз, два, три окна. Раз. Вытяжка сверху. Классно. Собирается, уезжает уже. У нас пошел вечерний выход. Щуки. 4 сразу сработки. Сколько штук вытащил? 4 поднял. А вытащил сколько? 4. Все 4 вытащил? Все 4 вытащил. А вон та что лежит кверх ногами? Замерзла вообще. Твоя? Хотел оттуда живца снять, переставить, она сломанная. Твоя это? Да. Там же твоей нету, это моя же. Вон та тоже вот. А, перевернута, я переверну. Что, живца нету? И вон там вытащил, да, одну? Да. Там надо сходить отцепить живца. Вот, возьми живца и оттуда. Раз, два. Вон кладовка еще. Себе возьми жута, я себе возьму. Давай, возьми себе одну. Я пойду там. Ты мне, о, езжай туда поставь. Я там у меня через жабу. Еще пару. Еще одну? Ну, двух-трех кинь, что ты жадность что ли такой? Не жадность, там надо поставить 2, 4, 5, 6, 7. А где еще одна снова? Я бросил, не пройти, не пройдет. Я это и раздолбаю. А эту же фигню надо отцеплять. Ау. Эту фигню отцеплять надо мне. Какую? Чик-чик. А где твоя фигня, чик-чик? Нет. А? Нет. А я как там уже отцеплял? Ну вот, рыбалка наша заканчивается. Карбач какой окунь хорош. Там я не считал. 3, 6, 8 у глаз. 10, 12, 14, 16. Здесь 17 в мешке. Ну и все, собираемся, пакуемся. Грузимся и едем. Вот, хорошая, большая, габаритная. Светится эти. Ну все, всем до скорых встреч. Да, Сергей, что, как отрыбачились? Рыбалка, огонь была. Супер-пупер, клюпер, супер-пупер. Да?
Купер, вот собираемся. Скручиваем палатку, набегались. Да, хотели, мороз поднимается. Хотели еще остаться, но мороз не дает, короче. Да, надо валить, надо. Так что всем ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. Давайте пока. Увидимся в выпусках. Еще на льду, да? Да. Еще порыбачим. Все, всем до скорых встреч. Всем пока. Вот так вот бывает, слетела машина с багредера. Давай лопату, давай. Надо его просто вот так раскачать и толкнуть. Сколько народу, чуть не толкнуть. Лобовое разбил. Айкер, да, вот так вот, хуже нету.